В общем, ребят, тут такое дело. Мне пришли савоярди и маскарпоне, поэтому сегодня мы приготовим тирамису. Для начала заранее заварите кофе и охладите его. Теперь берем две посудины. Берем три яйца. Отделяем желтки от белков. Берем белки. Добавляем щепотку соли. И взбиваем. Взбить нужно до пышных пиков. Теперь берем желтки. Добавляем сахар в зависимости от того, насколько сладким вы хотите торт. Взбиваем. Взбиваем до тех пор, пока масса немного не посветлеет. Теперь добавляем сюда маскарпоне. Целую пачку. У меня тут 500 грамм. Теперь тоже взбиваем. Теперь берем наши взбитые белки и добавляем их сюда. И все аккуратненько перемешиваем. Наш крем готов, теперь можно и торт собирать. Берем форму, берем кофе, берем савоярди и берем и вмакиваем каждую нашу печенюшку ненадолго в кофе с двух сторон и выкладываем в форму. Мажем все кремом. Выкладываем второй слой савоярди. И теперь мажем вторым слоем крема. Теперь выравниваем. Теперь посыпем все это шоколадом. Так как у меня нету вот этой вот штучки специальной, то я просто так буду сыпать. Теперь ставим этот торт в холодильник, а тут убираем